Я знаю, что Морена не хочет выходить за меня замуж. Нет, нет, Том. Зачем думать о глупостях? Морена готовится к свадьбе. Не надо обманывать. Нет, нет, она думает о другом. Разве она купила что-нибудь для дома? Постельное белье, кухонные принадлежности, свадебное платье? Нет, ничего. Том, дело в том, что Морена всегда была такой. Она с детства делает все в последний момент. Я хорошо ее знаю. Успокойся. Успокойся. Да-да, я спокоен. Просто иногда я думаю, мне кажется... Том, хорошо, что ты дома. Что случилось? А разве ты не знаешь, чем занимается твоя невеста, пока ты тут мечтаешь о свадьбе? Что она сделала? Что я могу сказать о сеньоре Тимеллини? Она собиралась замуж за сеньора Лусио, царствие ему небесное, и он был очень влюблен. А она? Она тоже. Они собирались пожениться. А как Мелина поладила сальдо? Хорошо. Честно говоря, они неплохо общаются. Общаются. Да, именно так, общаются. Сеньора, ваш чай остывает. Может быть, неважно. Я не знаю, что вам сказать про сеньориту Мелину, и потом мне надо на кухню. Пришли друзья Матео, а они так любят поесть, что опустошают холодильник. Пусть опустошают. Расскажи мне про Мелину. Откуда она родом? Есть ли у нее семья? Наверное, есть, как у всех. Но мы никого не видели, они сюда не приходили. А почему она живет в нашем доме? Насколько я поняла, сеньор Альдо, в память о сеньоре Лусио, разрешил ей жить в нашем доме. Это смешно. Альдо никогда не любил Лусио. Подойди поближе. Я старая и слепая, но я не дура. В этом доме творятся странные вещи. Ты работаешь день и ночь и должна знать лучше всех, что происходит. Не бойся. Я тебя не уволю и не выдам. Я хочу знать, хороший ли человек сеньорита Мелина и почему она живет здесь. Поверь этой старухе. Так будет лучше для всех. Честно говоря, сеньор Альдо, я не знаю, как вам сказать, сеньор Альдо привязался к сеньорите Мелине. Надеюсь, вы меня поняли. Значит, они любовники. Нет, нет, я вам этого не говорила. Луиса. Да? Унеси чай, я не голодна. Спасибо, что поверила мне. Иди. С вашего позволения. Не смей клеветать на мою дочь. Они держались за руки. Точнее, Морена держала его за руку. Бедный Яго, я полагаю, был без сознания. Хватит, Мелина. Ты не сможешь скрыть правду. Хорошо, но я больше не желаю слушать. Придется послушать. Нельзя быть слабаком. Ты должен что-то предпринять. Я не хочу слушать. Том, ты должен принять меры. Иначе Морена сделает из тебя марионетку. Вон отсюда. Хорошо. Хорошо. Я только хотела предупредить. А то он будет не мужем, а рогоносцем. Что? Нет, нет.
Нет. Я не позволю так говорить о Морене. Не позволю никому. Как знаешь. Я не позволю этой мерзавке порочить мою дочь. Не знаю, мерзавка она или нет, но... Она сказала правду. Это я себя обманываю. Я вру. Она не сказала ничего нового. Ничего нового. Ничего. Ладно. Мы могли бы остаться у тебя на ночь. Смотри, Кларибель, сколько здесь места. Что ты еще придумал? Спать в саду особняка? Здесь будет безопаснее, чем на улице. Да, ты не можешь пожаловаться на свою жизнь. Да замолчи ты. И потом, нам не так уж плохо. Нет. Хотите поздороваться с садовником? Пошли. Привет, Огонек. Привет. Как дела? Хорошо. Что ты делаешь? Обрабатываю раствором. Красные пауки очень опасны. Пауки? Да, если приглядеться, то... Сеньора, осторожно, здесь ступеньки. Сеньора, пожалуйста, не говорите ничего сеньору Альдо. Успокойся, у тебя не будет проблем. Спасибо, этот человек. Кто? Садовник. Да, что вы хотели? Отведи меня к нему. Да, конечно, сюда. Сюда. Доброе утро, Огонек. Здравствуйте. Привет, бабушка. Привет. Я познакомлю тебя с друзьями. Кларибель и Питака. Как дела? Привет. Хотите поиграть? Да, пошли. Как здоровье, сеньора? Хорошо. Понемногу разбираюсь в том, как обстоят дела в доме. Офицер, я нашла это под простыней Вальдеса. Да? Похоже, сеньорита Морена его спрятала. Это халат, который пропал вчера из шкафа медсестер. Я сейчас же сообщу начальству. Что вы хотите сообщить? Сеньор, сеньорита Морена Гаярдо взяла халат из комнаты медсестер и вошла к арестованному без разрешения. Кто дежурный офицер? Офицер Бариону Эвы. Барёну Эва, я его знаю. Положитесь на меня, я этим займусь. Я сам с ним свяжусь. Да, сеньор? Спасибо. Здравствуйте, комиссар. Здравствуйте. Здравствуйте. Я ищу доктора Росси. Он сейчас на обходе, но скоро придет. А как Яго? Ему лучше, но все равно потребуется переливание. Я мог бы сдать свою кровь. Вы нам очень поможете. Я вас оставлю и пойду все подготовлю. Это вам? Да. Извините. Я хочу найти Морену Гаярду. Зачем? Она переоделась медсестрой, чтобы проникнуть к Яго. Что с тобой? Журнал напомнил о том, что тебе предстоит? Хватит за мной следить, Лаура. Я не слежу, Морена. Просто тебе надо думать о свадьбе. А если ты спрячешь журнал под подушкой, это не значит, что свадьбы не будет. Я знаю свои проблемы и пытаюсь их решать. Просто я никого не хочу обидеть. В твоей ситуации это невозможно. Нет ничего невозможного. Прежде всего, я должна подумать... Что делать дальше? При таких темпах, когда ты скажешь Томасу, что не любишь его, у вас будет трое детей. Открой. Я серьезно. Привет. Привет, Лаура. Как дела? Хорошо. Привет, дочка. Привет. Нам надо поговорить. Нет, я должна переодеться. Морена. Дочка, Мелина сказала, что ты была в больнице.
Тебе не кажется, что пора, наконец, заняться Томом? Рассвет. В противном случае они слабеют, листья желтеют, их едят насекомые. В конце концов, листья опадают. Они умирают. Что с вами?